Библиотека имени Жернакова представляет видеопрезентацию, посвященную творчеству Николая Алексеевича Заболоцкого, чей юбилей 120 лет со дня рождения мы отмечаем в этом году. Поэзия Николая Заболоцкого является неотъемлемой частью русской культуры. По многим его произведениям написаны песни. Чего только стоит его романс на стихотворение «Признание». Этот романс называется «Очарована, околдована». Зацелована, околдована, с ветром в поле когда-то обвенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты моя женщина. Не веселая, не печальная, словно с темного неба сошедшая, ты песня моя обручальная и звезда. Да, эти слова написал никто иной, как Николай Алексеевич Заболоцкий. Родители Николая Заболоцкого звали Алексей Агафонович и Лидия Андреевна. Николай был старательным учеником и очень любил читать, благо в семье были книги. Вот что он позже напишет в своих воспоминаниях. Здесь, около книжного шкафа отца, я навсегда выбрал себе профессию и стал писателем, сам еще не вполне понимая смысл этого большого для меня события. Когда он учился в школе, он уже начал писать стихи. Далее в своих воспоминаниях он пишет так. «Первые годы революции я встретил в возрасте 14-15 лет. В городе появилось много новой интеллигенции. Были и столичные люди, музыканты, учителя, актеры. Некоторые из них поощряли мои литературные опыты, советовали больше работать, ехать в центр. Намерение сделаться писателем окрепло во мне. Весной 20-го года я окончил школу и осенью приехал в Москву, где был принят на первый курс историко-филологического факультета Первого Московского университета. Однако устроиться в Москве мне не удалось, и в августе 21-го года я уехал в Ленинград и поступил в педагогический институт имени Герцена по отделению языка и литературы. Жил в студенческом общежитии, много писал, подражал то Маяковскому, то Блоку, то Есенину. Собственного голоса я пока не находил. Считался я способным студентом и одно время даже думал посвятить себя всецело науке. Но привязанность к поэзии оказалась сильней. В 25-м году я окончил институт. В 26-м году я был призван в армию. Военную службу я отбывал в Ленинграде, на Выборгской стороне, в команде краткосрочников 59-го стрелкового полка 20-й пехотной дивизии. Наша большая стенгазета, в редакцию которую я входил, считалась лучшей стенгазетой в округе. В 27-м году я сдал экзамен на командира взвода и был уволен в запас. Вот после получения образования, после службы в армии, больше уже ничего не сдерживало Николая для того, чтобы заняться всецело литературой. Доподлинно известно, что он вместе с такими видными деятелями культуры, как Веденский, Бахтерев, а также Даниил Хармс,
основал объединение реального искусства, которое просуществовало всего несколько лет, но оказало существенное влияние на литературную жизнь не только Ленинграда, но и всей страны. И вот в 1929 году был опубликован первый сборник его стихов, который вызвал диссонанс в обществе. Некоторые подвергли его критике, но появились и первые поклонники его творческого литературного таланта. Появляется какое-то иное отношение к поэзии, тяготение к глубоким, вдумчивым строфам, тяготение к сильному смысловому образу, писал он в письме к своему другу. А еще Николай Заблоцкий был в очень близкой переписке с Константином Циолковским. Они дружили. Некоторое время Николай Заблоцкий работал в отделении детской книги «Агиза» в Ленинграде. Работал он под руководством Исамыла Яковлевича Маршака. А еще, я думаю, многие из вас читали именно это издание «Гаргантюа и Пантагрюэль», которое изображено на экране. Так вот, именно это произведение, это издание – такой красной обложки, перевел на русский язык, с французского на русский язык, Николай Заблоцкий и адаптировал это произведение специально для детей. Николай Заблоцкий был настоящим полиглотом. Он знал в совершенстве несколько языков, в том числе и восточные. В нашей библиотеке есть 3 сборника его поэтических переводов. Сейчас расскажу немножечко поподробнее об этих книгах. Но кто не знает Шато Руставели? А этот человек, тем не менее, жил в 12 веке. На русский язык некоторые его произведения, в том числе и одно из самых знаменитых, это «Витязь в тигровой шкуре», есть перевод и Николая Заблоцкого. А еще в первом томе есть стихотворение и песни Давида Гурамишвили, человека, который жил в 18 веке. Да, Николай Заблоцкий в совершенстве владел грузинским языком. И второй том посвящен полностью Грузии. И он выбрал 4 близких ему по духу поэтов, чье творчество ему было близко. И перевел некоторые из их произведений на русский язык. Перед вами 3-й, завершающий том. Мало кто знает, что одним из лучших переводов на современный русский язык слово о полку Игореве сделал именно Николай Заблоцкий. Его перевод является самым ценным и самым лучшим даже в наше время. А что же его личная жизнь, спросите вы? В 27 лет он встретил свою будущую супругу Екатерину Васильевну Клыкову, выпускницу Петербургского педагогического института. У них было 2 детей. Никита Николаевич Заблоцкий и Наталья Николаевна Заблоцкая. Конечно, не гладко и складно была жизнь этого замечательного поэта. Были и очень горькие моменты в его жизни. Его не печатали, его критиковали. Он даже был арестован и находился в лагере.
Но тем не менее, именно этот человек подарил нам такие прекрасные слова, такие прекрасные стихи, которые помогают людям жить, работать, развиваться, любить жизнь. Чем полезна библиотека? В библиотеке есть те книги, которые уже редко где встретишь. Бывает, нет в продаже, нет в букинических магазинах. Библиотека хранит литературоведение, посвященное Николаю Заболоцкому. У нас богатый фонд. И, конечно, его стихи, его переводы. Вот лишь малая часть тех книг, которые вы можете найти в нашей библиотеке. А я закончу свой рассказ стихотворением, которое все знают. Но мало кто знает, что это написал Николай Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться». И день, и ночь, и день, и ночь. Гни ее от дома к дому, тащи с этапа на этап, по пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешай ей спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Коль дать ей вздумаешь поблажку, освобождая от работ, она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. А ты хватай ее за плечи, учи и мучай до темна, чтобы жить с тобой по-человечьи, училась заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь, она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь.